Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дхайам Гопияно Самайуктам Биндаванам Манохарам Банча Калпатару Вашаки Пасинду Вевача Патитанам Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ламхетгирам Йотки Патамахам Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешавасача Шнабхакти Пади Деви Саттваттвай Намо Намо Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеше Гаурихья Патраша Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамодакша Джагодбарана Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ят Пада Паллавана Качанда Мани Чатая Биспуриджита Кимапика Павадушва Дарши Пурнан Рагара Сасагара Сару Мурти Сирадхика Махи Када Кипам Каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайтагададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайтагададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Харе Аджануламбита Бхуджо Канука Бодато Санкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишамбару Виджавару Югадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Муктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджавихи Шанатам Вагиша Джушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясти Хидай Самбит Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarabhagune istatro shamasati sura haro avakta shakuto mahadguna manorathi nasato dhavato Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarabhagune istatro shamasati sura Haro avaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, try to understand the basic difference between Bhakti Vinod Dhara and non-bhakti vinod dhara. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, try to understand the basic difference between Bhakti Vinod Dhara and non-Bhakti Vinod Dhara. In that case, you need not join a cheater party to lose all your spiritual career. Srila Prabhupada repeatedly the basic difference between Bhakti Vinod Dhara and Abhakti Vinod Dhara. Prabhupada used to say, this is called sasana. Что мы должны понять разницу между Бхакти Винод Дхарой, между наследием Шрилы Бхакти Винод Дхары, его учением и тем, что не является ею, это лучшая сатсанга сама по себе. Если мы будем пытаться понять и сможем понять главную разницу между Бхакти Винод Дхарой, наследием и учением Шрилы Бхакти Винод Тхакура и то, что не является ею, это называется лучшей сатсангой. В то же самое время вам не нужно присоединяться к каким-то обманщикам, которые под именем Гауди Бхаджана занимаются непонятно чем, и вы не потеряете ваш прогресс на пути Хари Бхаджана, Шрила Бхакти Винод Тхакур, с начала до конца. Это наша жизнь и душа. Это Шрила Сачидананда Бхакти Винод Тхакур. Наша жизнь и душа, все. Это Шрила Бхакти Винод Тхакур. Шрила Прабхупада очень часто говорил, все, что мы совершаем на пути нашего баджана, вся процедура нашего баджана, наши киртаны, наши сиданта, все это дано Шрила Бхакти Винод Тхакур вам с начала до конца. Иначе без него невозможно было бы понять все наследие Госвами, шастры, которые они оставили нам. Это только по милости Шрилы Сачидананда Бхакти Винод Тхакура. У нас есть доступ к Гаудия Даршан. Это очень возвышенная, высокая философия. Гаудия Даршан настолько велик, что обычные люди за тысячи рождений они не могут понять. Если не могут понять, может быть, без причины милости чистых признак, Гурудам, Гантхадам, Намадам, Дамадам, Мудам. Вот такую шлоку написал Шрила Прабхупад. Гурудам Грантхадам, Намадам, Дамадам Муда, Бхактидам, Буридам Ванде, Бхакти Винода Камсада. Часть секунды.
Мы должны помнить Шрилу Бхактивинода Тхакура. Не должно быть никаких... Никаких перерывов на пути нашего памятования. Мы должны находиться в связи с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. У нас должна быть связь с Шрилой Бхактивинода Тхакуром. Все не круглосуточно, а всю жизнь, даже после оставления этого тела, мы должны помнить Шрилу Бхактивинода Тхакура. На самом деле, Гаудия Бхаджан, если вы хотите узнать мистерию Гаудия Бхаджана, если вы хотите узнать таинство Гаудия Бхаджана в одном слове, если вы хотите понять самое сокровенное в Гаудия Бхаджане, что это? Гаудия Бхаджан — это бхаджан Випраламхи, бхаджан в разлуке, я имею в виду с самого начала до конца, даже после того, как вы оставите тело, день и ночь должны плакать в разлуке, и это зовется Гаудия Бхаджан, это величайшее чувство разлуки. Но мы жалеем о потере денег, каких-то материальных вещей, о потере собственности, еще чего-то. But we are not crying for Guru Vaishnava. We cry? Мы не жалеем о потере Гуру Вайшнава, а жалеем о потере каких-то материальных вещей. Почему? Из-за того, что у нас недостаточно самбандхагьяны, знания о наши взаимоотношения с Гуру Вайшнавами. Мы можем жалеть, можем чувствовать разлуку с нашей матерью, поскольку у нас есть такая материальная связь с ней. Но если мы обретем самбандхагьяну, наше знание, нашей вечной связи с Гуру Вайшнавами, с Бхагаваном, то тогда мы почувствуем настоящую разлуку. Гаудия Бхаджан — это бхаджан Випраламха Бхаджан, это величайшее чувство разлуки. Это бхаджан с таким чувством разлуки. И вот это чувство разлуки может не прийти, если вы не встретитесь с тем, кто уже имеет его, пытаетесь понять. Если вы никогда не встречались с кем-то, то как вы можете чувствовать разлуку? Разлуки не возникнет. Если мы не встретимся с Гуру Вайшнавами, Бхагаваном, Намой, Дамой, то тогда вопроса разлуки не возникает. И я много раз говорил, вы, надеюсь, помните, что Шрила Гуру Кешавадас, Бабаджи Махарадж, он говорил, что какие-то глупые люди спрашивали Бабаджи Махарадж, как мы можем совершать бхаджан, как мы можем обрести лотосные стопы Нитянанды Гауранги. И Бабаджи Махарадж не говорил много слов. Он сказал одно слово — плачьте. День и ночь вы можете плакать. Мы должны понять, что то, что мы потеряли. Если вы не осознаете, что что-то потеряно в вашей жизни, кто-то или что-то, то вы не сможете плакать, не можете чувствовать такую разлуку. И поэтому вопрос самбандхагьяны возникает, потом возникает вопрос нашей связи с тем объектом нашего бхаджана, и потом... То есть сначала связь должна возникнуть, а потом разлука возникает. Поскольку если не было связи, то никакой разлуки не может быть. Гаудия Бхаджан — это бхаджан в разлуке, я уже говорил. И почему мы говорим, что сегодня день ухода Тирубав, Титхи, Махамахотсав. Почему? Если разлука, почему праздник? Только что сказали, что это Випраламха, это чувство величайшей разлуки.
Это горе. А почему это называется Махамахотсавом, великим праздником? Почему сегодня день праздника разлуки с Шрилой Бхактивинода Тхакуром? Почему это называется так, что имеется в виду? Есть ли какая-то логика за пределами, какая-то логика в этих словах, какое-то прямое чувство, да. Чувство в том, что когда наш отец, мать, братья, друзья уходят из этого мира, мы плачем. Почему мы плачем? Поскольку мы чувствуем разлуку. И это чувство разлуки, оно нечисто. Несомненно, у нас есть какой-то корыстный интерес к тому объекту, с которым мы чувствуем разлуку, поскольку во всех 14 мирах вы не можете найти такого человека, кто полностью был лишен всякой корысти, кроме чистых гуру вайшнавов. А так все имеют какие-то свои корыстные интересы, даже полубоги и все остальные. И вот когда вы теряете вашего друга, отца, мать, мужа, детей, то вы чувствуете разлуку, поскольку у вас есть какая-то материальная связь с ними. Вы понимаете пользу от общения с ними, понимаете пользу от вашего сына, отца, родителей и еще кого-то, может. Так или иначе, но ваша любовь к ним, она оскорнена какой-то корыстью. Но будьте уверены, это материальная разлука. Она в итоге приведет вас в ад. Это материальная разлука, которая есть в этом материальном мире, она только страдания вам принесет. Если вы потеряете что-то, то вы будете чувствовать боль разлуки, но такое чувство разлуки, оно может нас в ад переместить, ничего хорошего не даст. И наша степень нашего духовного самосознания может упасть. Может, даже до нуля. Кто может сказать? Но в этом случае, в этом духовном мире, на пути баджана, любая разлука с гуру вайшнавами, мы можем чувствовать разлуку только тогда, когда у нас была связь с этим объектом. Это главное. Но вопрос в том, почему мы говорим, что это Махамахотсав, поскольку хотя мы знаем, что Шрила Бхактивинода Тхакур ушел из этого мира. Мы чувствуем пустоту, которая не может быть заполнена. Но все же мы должны помнить, что Шрила Бхактивинода Тхакур, он вечно присутствует. Мы должны помнить. Это главное учение Гаудия Даршана. Бхактивинода Тхакур все же есть. Мы можем пойти с Ананда Сукханда Кунджу или отсюда. Мы можем видеть Шрилу Бхактивинода Тхакура. Он смотрит на нас. Что мы делаем? И вот Шрилу Бхактивинода Тхакура вечно присутствует, поскольку для вайшнавов.
Для вайшнавов. Only Tirobhava and Abhirbhava we can say. Sun can rise in the east. Вайшнавы подобно солнцу, они являются в этом мире и на востоке и уходит, заходит на как солнце восходит на востоке и заходит на западе. И каждый день солнце встает из то же самое, но мы думаем, что то есть солнце находится в одном месте, а из-за движения Земли так получается, что Земли выглядит, что встает она на востоке и садится на западе. Много раз я говорил, кто такой Садгуру. Определение Садгуру в том, я думаю, никто не может объяснить это. Это очень сокровенные вещи. И вот Садгуру значит тот, кто имеет вечную сварупу в том мире, как Шрила Сачитананда Бхакти, он такой, его вечная сварупа там во Вриндаване, как Камала Манджари. И в форме Гуру Паршада Шрила Бхактивинода Такура находится здесь также. Но будьте уверены, Камала Манджари и Бхактивинода Такура они не отличны друг от друга. Единственное, мы видим, что Шрила, как видим его как Шрила Бхактивинода Такура в этой лиле, мы не можем понять, как это возможно, и в этом и есть секрет Гаудия Бхаджана. В Гауди Бхаджане, в том же самом теле, у нас может быть прямое чувство, двух этих, двух разных существ, как мужчина и женщина, например. Если мы всегда думаем, что мы мужчины, имея мужской характер, то тогда мы чувствуем, будем чувствовать влечение к женщинам. Но если мы будем чувствовать, что мы здесь в форме мужчины находимся в мужском теле, но наша духовная форма — это гопи где-то в том духовном мире. Если мы вообще достигнем такого уровня, но Шрила Сачитананда Бхактивинода Такура и Камала Манджари, они не отличны друг от друга. Единственное, в форме Шрила Бхактивинода Такура, он является своей лилой здесь и там в форме Манджари другую лилу. И в этом преимущество Гаудия Бхаджана. Когда мы оставим это тело, если мы достигнем успеха, те, кто достигнут совершенства, они обретут два места в духовном мире. В Гору Лили, в Кришна Лили. И вот те, кто достигает совершенства после Сваруп Сиддхи, обретают Васту Сиддхи. И тогда они обретут служение от Гуранги Махапрабху и также обретут служение в Лили Кришне, в Радха Говинда Югал Севе. И Шрила Бхактивинода Такура много раз говорил, писал множество киртанов, но кто может понять их. Шрила Бхактивинода Такура хотел дать намек на свою сварупу. Лалита Сакхи Аджаге. Вот такие слова он сказал. Шрила Бхактивинода Такура пишет, что это бесполезная Лалита Сакхи, служанка Лалита Сакхи Винод, она хватает ее за стопы. Я знаю, у меня множество недостатков, во мне у меня нет достоинств. I have no qualification, but still
Но все же я верю, что чистые гуру Вайшнава не очень милостивы. Если они смогут обнаружить только одно качество искренности в нас и огромную любовь к гуру Вайшнавам, они дадут нам все сокровище. Это непостижимо. То, что мы можем обрести по милости Бхактивинода Тхакура, это крайне трудно достижимо, даже если мы будем самостоятельно совершать баджан тысячи жизней, мы и то не достигнем ничего подобного. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура дал такой намек нам. Кто может осознать? Те, кто заняты материальными вещами. Как на дне океанов можно найти множество сокровищ? Одно из имен океана — это Ратнакара. Another name of ocean is Ratnagarbha. Ratnagarbha means? Ratnagarbha, точнее. Ratnagarbha, то внутри чего множество драгоценностей. So the another name of ocean is Ratnagarbha. If you can go deep into the ocean, 20,000 league under the sea, вот если мы погрузимся на дно океана, то обнаружим там множество драгоценностей. Но нужно принять риск погружения на такую глубину. И вот мы должны прыгнуть в океан премы. Гуру Вайшнава, они откроют свое сердце и душу. И вы увидите океан премы, и мы должны прыгнуть в этот океан, но мы не утонем там. Если мы прыгнем в океан премы, мы не умрем. А если мы прыгнем в океан, материальный океан, то велика вероятность нашей смерти, но в океане премы такое невозможно. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, Шрила Бхактивинода Тхакура молится Божественной Чите, чтобы она даровала ему служение Радха Говинде. В Кришна лиле множество сокровенных вещей. Даже Кришна говорит, когда я вспоминаю Расалилу, я падаю без сознания. Я не могу стоять, я падаю. Такое уникальное, великолепное служение, обусловленное души, не могут этого понять. Шрила Бхактивинода Тхакура, перед тем, как оставить свое тело, он хотел дать нам нечто сокровенное, хотя Шрила Бхактивинода Тхакура, все, что давал, хотел дать нам, все, что у него было, все, это великое сокровище. Вам не нужно ничего сделать, нужно просто взять то, что принес Бхактивинода Тхакура, его дар в нем, в наследии. Шрила Бхактивинода Тхакура есть все. С самого начала Шаранагати до высочайшей цели нашей жизни, он дал нам все. Но кто ему следует? Какие-то сахаджи говорят, заявляют, что они следуют Бхактивинода Тхакуру. Many time Prabhupada like lion. Раз Шрила Прабхупад подобно льву. Prabhupada lion, like lion used to
провозгласил, что те, кто заявляют, что они приняли прибежище у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура, по факту они обманщики, они даже никогда не видели Бхактивинода Тхакура, что говорить о принятии прибежища у него. Нужно понять Вани Сварупу, учение этого Гурудева, потом принимать прибежище у него. Некоторые глупцы видят только Гуру как плоть и кровь, и ничего больше. Такой их даршан из Шрилы Прабхупады, подобно льву, много раз говорил, кто осмеливается заявлять, что принял прибежище у Шрилы Бхактивинода Тхакура, такие люди обманщики. Если бы этого не было, то почему их всех действия, вся их жизнь показывает, что они сахаджи и не имеют никакой связи с Шрилой Бхактивинода Тхакуром? Если бы они приняли прибежище лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура, то этого бы не было. Думаете ли вы, что Шрила Бхактивинода Тхакура был сахаджи? Можете ли вы показать хоть единственный пример в его жизни? И вот такие продолжатели заявляют, что они следуют Шрилы Бхактивинода Тхакуру, но большую его часть его учения отвергают. И вот после 90, после, вот Махараджа опубликовал на Бенгале книгу Бхактивинод Вани Вайбав, там все учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, все вопросы, которые у него спрашивали, и там это все приводится. Мы удивляемся, Шрилы Бхактивинода Тхакура очень строг. И мы скоро опубликуем одну книгу. И там множество избранных статей Шрилы Бхактивинода Тхакура, чтобы обычные люди, их, но они, их голова, разум подобный разуму ослу, разум осла, и то есть они достаточно глупы и не понимают, что и что. И вот с начала до конца, с Шаранагати до самого конца, обнаружить нашу сварупу, все это дано Шрилы Бхактивинода Тхакура. Но мы глупы, что не понимаем этого, это очень простой путь. Вчера я говорил Харикатху перед какими-то преданными, то Харибаджан, он очень прост, настолько прост, что более простой задачи не может быть, а политика очень сложная работа. How much trouble is there in a political ground? But they like to do it. Когда я узнаю, чем политики занимаются, то очень жалею их, сколько сложностей в их работе. Когда вижу, что какие-то люди, носящие одежду саньяси и занимающие пост ачарьи, занимаются политикой, то делают одно, говорят другое, думают третье. They're laughing so nicely you can think they love you, but they like to cut your throat. You know, if I make a sword by Kendri, you know, in Bengali Hindi we say. И вот на хинди бенгале есть такая поговорка. Митха чори. In Hindi, митха чори. Митха чори. You know, if you make one design with, you know, mold. Ну, что можно сделать нож или меч из сахара, то можно убить им кого-то. Это митхачури называется. Итак, люди, некоторые люди красивыми словами завлекают людей и
грабят их. И вот многие стремятся к каким-то простым путям. И пытаются привлечь людей в свои сети. Если мы приехали столь издалека, чтобы узнать, что такое Харибаджан, то лучше узнать, а не потеряться по пути. И вот Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур с самого начала до конца, его в конце жизни он жил с Свананда Сукада Кунджи. Это очень обширная тема, как все обсудить. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур совершал баджаны в конце своей жизни. Вот здесь на Свананда Сукада Кунджи поклонялся Гуру Гададхара Виграхе. Когда я приезжал из Вриндавана сюда, я там жил, в том месте, рядом там, в том месте. И вот в том этом храме позволяли, Махараджу позволяли жить там. There I used to say, there is one Bhajan Kutira Bhaktivinoda Thakur, and just beside another Bhajan Thakur, and за ним Bhajan Kutira Srila Prabhupada. And used to do Harinam all day and night, and Gaur Gadadhar just here. Gaur Gadadhar here is going to go. Or closing eyes, not opening eyes. И Шрила Бхактивинода Тхакур там повторил Харинам с закрытыми глазами. А мы постоянно с открытыми глазами хотим еще что-то увидеть. А что мы можем увидеть этими материальными глазами? Только материальные вещи. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур он хотел показать нам, что такое Рупануга Баджан. И вот и как сахаджи мы не должны делать, мы должны следовать Шрила Бхактивинода Тхакура. Мы не должны следовать никаким современным ачарьям, которые пытаются одурачить людей. You'll have to change your religion. If you become Muslim, then I can leave you. Otherwise, I can cut you. Nobody can interfere with the democracy. If some political party, anybody, spiritual leader, going to interfere with the, this kind of, free will of jiva, they'll have to convert them. То есть можно иногда наблюдать, что люди, какие-то проповедники, силы пытаются кого-то конвертировать в свою религию, как мусульмане. Но наша проповедь, она не должна быть о нас. Наша проповедь, она должна быть о... для того, чтобы открыть мистерию Баджана, которую оставила нам Гуру Варга. Это называется проповедь. Настоящая проповедь не проповедовать о своей славе, производить какие-то новые философии, а проповедовать наследие нашей Гурварги. Вот, надо выяснить, чем занимается конкретный проповедник.
если мы хотим следовать Ему. И вот наша единственная проповедь — это проповедовать мистерию учения нашей Гуру Варги. Если мы по-настоящему шаранагаты, у нас не должно быть никакой... Мы не должны делать все, что попало, а должны следовать нашей Гуру Варги. Может, иногда можно видеть, люди не понимают основы шаранагати, а говорят о какой-то высокой философии. Такие люди можно видеть, что они очень быстро отклоняются, хотя по факту уже отклонились. И наше отклонение от пути Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура может показать и доказать, что такие люди уже падшие. Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такура говорили об этом, что малейшее отклонение от пути нашей Гуру Варги, от нашего Гуру Дева, оно в итоге сбросит вас с пути баджана, малейшее отклонение. Сегодня мы не намного отклонились, завтра больше, послезавтра еще больше. Хотя вначале вроде совсем немножко кажется не столь страшным. Но это малейшее отклонение. И вот можно аналогию провести, что если две параллельные параллельны, то они всегда параллельны, а если на малейший градус одна не параллельна, то они в итоге, если их продолжить до бесконечности, между ними огромное расстояние возникнет. И вот Шрила Прабхупада как раз такой пример приводит с параллельными линиями. Follow what is it? Two straight line meeting. If I extend the two straight line, which is going to basically making a slightest deviation, if I extend the two line, I can catch the whole world. If I can, you know, и вот между этими непараллельными линиями, если их провести дальше, то можно весь мир поместить туда. То есть сначала отклонение небольшое, потом в процессе оно больше становится, потом еще больше, и так можно потеряться в этом бесконечном материальном мире. Кто может спасти нас? Только Гуру Вайшнава. Шрила Бхактивинода Такура, он хотел показать нам множество сокровенного, но глупые люди не понимают этого. Они говорят, что Шрила Бхактивинода Такура одобрил Сахаджа Киртаны, там мы видели, что он назвал каких-то Сахаджи Шантипура, организовал такие красивые киртаны. Вот волосы у них до сюда, у этих Сахаджи. Все тело в этом горчичном масле. Chewing palm, very nice. People enjoy this kind of kirtan. Who is going to hear me? I am idiot. Nobody can hear me. They can go there. More practical. More practical, they can get some benefit, enjoyment. Here, what kind of enjoyment I can give? No sweet, no bandara, only piti. Eh? Only piti. Spiritual piti. И вот много людей жаловались Шриле Прабхупаде, что он слишком строг. Но Шрила Бхактивинода Такура, он был более либерален. И вот я говорил в тот день, один важный человек в соответствии с представлениями материальных людей. Пришел к Шриле Бхактивинода Такуру и начал жаловаться, что слишком строг, лучше как-то посвободнее быть, побольше свобод, поменьше ограничений.
Вот такие сахаджи, которые ничему не следуют, математически можно доказать, что они самые жестокие. И те, кто обманывают людей, это очень плохо, это не ничего хуже, чем обманывать людей. Лучше ничем не заниматься, чем заниматься обманом. И вот много людей жаловались Шрила Прабхупаде и Бхактивинода Такура. И Шрила Прабхупада говорит, что вы не видели Шрилу Бхактивинода Такура. И Шрила Прабхупада очень часто говорил, что вот многие люди заявляют, что они приняли прибежище Шрилы Бхактивинода Такура. Но Шрила Прабхупада говорит, что они даже не видели Шрилу Бхактивинода Такура, иначе их действия могли бы сразу показать, что они сахаджи, не видели Шрилу Бхактивинода Такура вообще. И вот Махарадж в воскресенье говорил, что один такой знаменитый человек пришел к Бхактивинода Такура, начал жаловаться, что слишком много ограничений, давайте сделаем все попроще. И вот однажды Шрила Бхактивинода Такура написал киртаны в баульском стиле, что высмеивающий их практику. Хотел их, как сказать, так обличить, и поэтому написал киртаны в их стиле. And after that, they take one ektara, ektara, no? One, and then they are singing with some special tune. They want to prove their bowl. Bowl mean they are indifferent to this material. И вот эти баулы, они пытаются всячески доказать, что они не привязаны к этому материальному миру, но они только пытаются доказать, а по факту очень привязаны ко всему материальному. Но настоящие баулы, они им опротивил этот материальный мир, он им надоел. Они уже потеряли вкус ко всему материальному. Но таких мало обычно просто прикрываются одним названием. И вот Шрила Бхактивинода Такура написал киртан в их стиле, высмеивающий их стиль жизни и мировоззрение. Who is going to become Bao? They want to prove with some matted hair and red cloth. Oh, I'm Bao. But this is not the syndrome of Bao. Ну, в этом киртане Шрила Бхактивинода Такура писал, что просто отрастить волосы и одеть красную одежду, этого мало, чтобы стать отреченным. Нужно еще потерять вкус ко всем материальным вещам. About Namirhat, I have no time to discuss so many things, what I can do. It's a vast. When I can remember a Bhaktivinoda Thakur, I can go mad. What I can speak? We can speak nothing. Only we can touch at the bank of the ocean of Bhaktivinoda Thakur. Infinity ocean. Bhaktivinoda Thakur writing so many kirtans. Шрила Бхактивинода Такура написал множество прекрасных киртанов. Кунде намирха кулече горни тай. This kirtan. Баро шукер катха бхай. Hello, this kind of kirtan. Very nice kirtan. Surabhi kunje na mere haat khulche gourni tai. Very nice kirtan. If you hear this kind of kirtan, if you очень прекрасный киртан. Your heart can get so nice. Unique treasure.
Вот эти киртаны Бхактивинода Тхакура, они великолепны. Что еще? Какое богатство можно искать? Оно уже величайшее богатство. Это наследие Шрилы Бхактивинода Тхакура. Оно ждет нас. Единственное, что мы должны сделать, это войти на путь Гаудия Бхаджана, Гаудия Даршана. Поскольку для этого нам нужно пройти экзамен, пройти испытания. Очень сложно, но если мы сможем войти на путь Гаудия Бхаджана, то увидим величайшее сокровище, которое ждет нас. И вот Шрила Прабхупад, он отвечал. Шрила Бхактивинода Тхакура ушел из этого материального мира в 1914 году, в этот день. И еще мы должны подумать, что нечто чудесное, что Шрила Бхактивинода Тхакура ушел. И день явления, ухода Гададхар Пандита в этот же день. Это знак. И вот те, кто может понять Шрилу Прабхупаду и обрести милость Шрилы Прабхупады, не могут осознать это. Поскольку Шрила Прабхупад всю жизнь говорил, если мы, я вижу лотосные стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура, и вот он говорил, когда я вижу лотосные стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура, я вижу Радхарани. Те, кто чистые вайшнавы, их даршан очень ясен, очень прекрасен. Они могут увидеть гуру Радхарани, своего гуру Радхарани везде. И поэтому они уважают всех. Они чувствуют, что гуру может явиться везде. И вот это даршан Парамахамса. Только Парамахамса может чувствовать так. И есть различные уровни Парамахамс. И когда в дальнейшем я расскажу об этом в соответствии с градация, которая описана в Рупа Госвами Пада. И вот Шрила Прабхупад говорил, Шрила Бхактивинода Тхакура только ушел из этого материального мира. И мы И вот Шрила Бхактивинода Тхакура только ушел из этого материального мира, и уже люди жалуются на него. Но некоторые люди, негативщики, видят только негативное. И Шрила Прабхупад говорит, почему бы вам не изучить то, что оставил Шрила Бхактивинода Тхакура, его прекрасные книги, статьи, киртаны, заметки. Можно ли найти в этих, во всем наследии Шрилы Бхактивинода Тхакура? Говорил он что-то в сахаджийском стиле, такого никогда не было и нет. И вот спрашивают, почему тогда он приглашал сахаджи киртани из Шантипура, чтобы одурачить людей по какой-то причине. Pork, beef, you can take. That you can do. That's why Bhaktivinoda Thakur, no, you are not going to hear about Harikatha Kirtan. That's why Bhaktivinoda Thakur used to come down from Bhajan Kutir and sit in the assembly with his asana
Но Шрила Бхактивинода Такур закрывал глаза и смотрел на Гаудара-дхару и повторил Харинам. Люди думают, что он слушает сахаджийские киртаны, но они не знали, что Шрила Бхактивинода Такур, он не там, он физически находится, но ум его уже ушел во Вриндаван. Он там созерцает даршан, божественное чита, и это была ловушка для обычных людей. Они приходили вот, во всем Бенгале, Бихаре, тысячи людей, они сидят и болтают на... Можно видеть, сидят по дороге и болтают на скамейках. Пьют чай, жуют что-то, карты играют, и вот так вся жизнь их проходит. Даже после явления Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады, Гуранги Махапрабху, они не, практически никто не способен применить все это, все эти преимущества в своей жизни. И где надежда, что в следующей жизни что-то будет лучше, и тем более, где вероятность того, что такая великая возможность встретиться с наследием Шрилы Бхактивинода Такура будет у нас в следующей жизни, может, мы родимся как животное где-то в лесу. Нет никакой гарантии, поэтому не нужно ждать следующей жизни. Мы должны использовать эту жизнь, мы должны взять обет, иметь крепкую веру в Шрилу Прабхупаду, Бхактивинода Такура. Они пришли, чтобы помочь нам. И на этом так его пишет. Вот однажды на этом так его, там какой-то нищий пришел хлеба просить, а тот дал какие-то чапати, его Гуруда выгнал за это, поскольку сказал, что ты сам нищий, что ты можешь ему дать. Но также вторичная цель была, чтобы он пошел, отправился проповедовать в восточную часть Бенгала. Потом так И вот народ там такого со своего смирения говорит, это из-за моего, моих оскорблений ты бросил меня в материальный океан страданий. На Бенгале это говорится на те, кто... И вот в эти слова... Кто такой Вайшнав, можно понять только по милости Шрилы Прабхупады. Вот Наротам Такур, он пишет в своих киртанах, «О, Гурудев, ты хотел спасти меня из этого материального мира, но из-за моей ошибки, кого же обвинять, ты опять бросил меня в этот материальный океан». И вот он очень тяжело плакал. Пел такие киртаны. Вот. Если осознаете все эти киртаны Шрилы Нароттама Такура, вы будете плакать, насколько смирен Нароттама Такур. И вот Нароттама Такур говорит, что опять, если вы из-за своей беспричинной милости возьмете меня за волосы и вытащите из этого материального океана,
и даруете место во Вриндаване на трансцендентной земле, то тогда, я думаю, это очень хорошо для меня, иначе я потеряюсь в этом бесконечном мире. Кто будет искать меня? Если вы потеряетесь в этом материальном мире, после того, как оставите свое тело, кто будет искать вас? Даже внутри этой комнаты множество живых существ. И как найти кого-то, если многие малые подобны микробам? Как потом найти в этом, если мы потеряемся в этом огромном материальном мире, то как потом мы найдемся? Но если у нас есть связь с Гуру Вайшнавами, они спасут нас, они вытащат нас из этого материального мира сегодня или завтра. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж говорил, если кто-то, кто не хочет совершать баджан в этой жизни, но имеет, не может совершать баджан в этой жизни за влияние майи или еще чего-то, но имеет огромную любовь и привязанность к Гурудеву, то может в следующей жизни или через одну, или еще когда-то все-таки сможет совершать баджан. И поэтому мы должны быть очень, но все же мы должны быть очень решительны, чтобы не терять эту жизнь, поскольку что в следующее случится, неизвестно. Мы можем родиться в форме животного, в шастрах говорится, как Васишта Муни говорит. Кто-то слышал его имя? И вот тот день я говорил, те, кто... И вот те, кто... То есть те, кто живет в Индии и имеют такую генетическую связь с Васишта Муни, они имеют мягкое сердце, но не пришлые народы, а которые вот именно давно живут и имеют связь с какими-то муни. А так пришлых тоже много. Есть еще те, кто следует мусульманской культуре, в которой все совершенно наоборот. То есть там все полностью наоборот, в противоречии с ведической культурой. Как Ганга считается священной, а мусульман считается скверной. Поэтому Харидас Такура кинули в Гангу в качестве оскорбления. И поэтому мы не должны теряться в этом материальном мире, мы должны следовать нашей гурваге. И вот Шрила Прабхупада объясняет, и такая техника, такая, там, чтобы привлечь обусловленную душу, чтобы они хотя бы получили какое-то сукрити. И вот Шрила Бхактивинода Тхакура приглашал каких-то киртани, чтобы привлечь других людей. Это была такая ловушка, чтобы люди хотя бы под именем киртана пришли в храм, увидели виграху, получили какое-то сукрити и поклонились Шрила Бхактивинода Тхакуру. Приняли просад тоже, получили благо. Иногда тоже можно наблюдать, если просад организует, то людей в тысячи раз больше приходят. Еще Ваман Госвами Махарадж говорит, что такие люди не Харикатху приходят послушать, а просто поесть.
Даже перед тем, как оставить тело Шрила Бхактивинода Тхакура, он проявил лилу болезни. Шрила Бхактивинода Тхакура давал наставление Бимала Прасаду Сарасвати. Я сказал, и еще раз повторю, он дал три наставления. Последнее. Первое, то, что он должен совершать дама севу, он должен организовать развитие этой гуру дамы, нужно организовать дама парикраму для блага всех живых существ. И также нужно основать Дайва Варнашраму. Естественно, Дайва Варнашрама нужно возродить ее, но также было множество препятствий на пути воплощения этих заветов Шрилы Бхактивинода Тхакура, но все же. Шрила Бхактивинода Тхакура, он знал, что Бимала Прасад справится, несмотря на множество препятствий. И совсем вскоре начался большой спор о том, кто же лучше, вайшнавы или браманы. И вот была такая кризисная ситуация, такая, собрали большое собрание. И Шрила Бхактивинода Тхакура был приглашен. Но он был болен, был в своем бхаджан-кутире. И когда Шрила Бхактивинода Тхакура, он явил эту лилу болезни, Шрила Прабхупад Бимала Прасад начал плакать. Он пришел в бхаджан-кутир Шрилы Бхактивинода Тхакура. И вот книгу Бхаджан Рахасья он написал на берегу Сарасвати. И Бимала Прасад, когда пришел к нему, он начал плакать. О, Тхакур! Он не говорил ему отец, он никогда в своей жизни не обращался, не думал, что Бхактивинода Тхакура его отец. Бхактивинода Тхакура никогда не думал о нем как о сыне. И вот у них не было никаких таких скверных материальных представлений о друг о друге. Шрила Прабхупада воспринимал Бхактивинода Тхакура как Гурудева, а не как отца. И вот он сказал: «О, Тхакур, если вы оставите этот мир сейчас, то как я смогу жить? Вы должны жить больше. Я останусь один, что я буду делать здесь без вас?» И тогда Бхактивинода Тхакура улыбнулся. И когда Бимала Прасад возмолился ему, то Шрила Бхактивинода Тхакура вскоре явил лилу здоровья. Те чистые гуру вайшнавы, они являют лилу болезни или здоровья по своей воле. И потом Шрила Бхактивинода Тхакура дал наставление Бимала Прасаду, и вот он поместил свою руку к нему на голову и сказал: «О, Бимала Прасад, о, Прабху, ты достигнешь успеха, и от моего имени ты должен пойти на то великое собрание, чтобы решить все проблемы там». И вот Бимала Прасад сказал: «Если вы благословите меня, то я думаю,
Я уверен, что это будет возможно. И вот по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура он отправился на это собрание в Балигай. И там Шрила Прабхупад по желанию председателя собрания, он был прекрасный ачарья. Даже Шрила Прабхупад говорил, никогда не видел в своей жизни такого великого ачарья. То есть если кто-то заявляет, что Шрила Прабхупад всех критиковал, то почему он хвалил этого Вишвамбарананду Деву с вами? И вот Шрила Прабхупад сказал, что у Вишвамбарананда Дев Госвами он был в преемственности Шьямананды Прабху. Шьямананда Паривари был прекрасный саду, лучший саду. Внешне он жил в ашраме домохозяина, но был великим саду. Шрила Прабхупад говорил, во всем вайшнавском обществе, если мы хотим найти человека, который принял, осознал учение Шат-Сандарб, это он. Если у Шрилы Прабхупады какая-то зависть, нет, ее не было никогда. И вот и вот ему назначили председателем этого собрания, и он дал слово Шри Прабхупаде Бимала Прасаду, сказал, что достойнейший, кто может ответить на этот вопрос, и сказал, что в соответствии с вашим указанием я начну. И вот Шрила Прабхупад начал говорить о брахманах и вайшнавах. Кто такие брахманы, кто такие вайшнавы? И он досконально разобрал научно. Ну, научно разобрал эту тему, все, там было множество пандитов, множество ученых со всей Индии. There were so many pandits, you know. Though they are not all devotee, they have scripture knowledge. Ну, даже здесь, в Индии, еще лет 100-150 назад было множество пандитов. Они, может, не все преданные, но повторили гаятри, изучали Бхагаватам. Даже на открытии Йогапитха множество пандитов было приглашено с той стороны реки. Они не были сахаджиями, просто гордились тем, что пандиты. И вот таким образом Рамануджачарья, он смог понять, каковы три неисполненных желания его Гурудева. И у него было три пальца сложено. И когда он понял, и с помощью своего духовного осознания, это не материальный даршан. И вот с помощью духовного апракрита даршана, по милости Ямуначарьи, он понял три его желания, которые он должен был исполнить. И также Шрила Прабхупад был единственным, кто смог утвердить Дева нашему, в нашем обществе. Сейчас опять все это покрылось скверной. Люди следуют чему попало.
Под именем служения Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура люди занимаются всякой ерундой, их отцы, эти аргумент is separate thing. An innocent bhav is separate thing. Okay. You are innocent. I am foolish. I don't know. Okay. You can be excused. But who is going to... Argument is abhakti. Logic means abhakti, not bhakti. Abhakti means dharma. Okay. Logic means many people in our society. We are serving Prabhupada. Иногда можно видеть множество людей, заявляют, что они служат Прабхупаде Бхактивинода Такура, но по факту ничем не занимаются позитивно. Заявляют себе. Как вчера утром я Махарадж писал что-то. Ну, где-то в каком-то месте, там, в каком-то матхе. Включили какие-то материальные сахаджийские киртаны, а чтобы включить харикатху, смелости ни у кого не хватает. We are serving Bhaktivinoda Thakura. They think we are serving Prabhupada. It is called auto-suggestive method. You follow? Or you are doing something fancy. Gurudev must be very happy with me. But you have not information that Gurudev is not happy with you. Некоторые люди что-то делают, думают, что они делают это ради Гурудева, но Гурудева не спрашивают, доволен ли он их действием или нет. Но мало тех, кто может привести свое сердце в гармонию с сердцем Шрилы Прабхупады. И тогда, когда наше сердце будет в гармонии с Шрилой Бхактивинода Такура, то тогда мы сможем говорить настоящую харикатху. Как, случай с Махапрабху Гададхара. Пандит, он говорил харикатху под по воле Махапрабху, и Махапрабху он же слушал, хотя он сидел, находился в его сердце и говорил в его форме. И другое имя Шрилы Бхактивинода Такура — это Надья Пракаш. Кто-то слышал об этом? Мало кто слышал. И вот другое имя Шрилы Бхактивинода Такура — это Надья Пракаш. Мы должны помнить. Шрила Сачидананда Бхактивинода Такура — он первый саду во всем мире. Кто хотел представить Гаудия философию очень таким прекрасным, сладким образом перед всеми иностранцами, перед всем иностранным миром. Внешне, может, Шрила Бхактивинода Такура не ездил ни в Америку, ни в Россию, но все же Шрила, его харикатха, его книги, его статьи, они достигали многих уголков мира. Но сам физически он не был, но его Вани Сварупа, его учение, оно достигло многих мест. И вот если его наставление, его учение оказалось там, то и он сам, соответственно, тоже. И вот Шрила Бхактивинода Такура — единственный великий Гаура Паршад, кто был успешен в том, чтобы проповедовать Гаудия Даршан, Гаудия Шикшу, подлинное учение Шри Чайтанья Махапрабху всему миру. And it was protected and preserved by Prabhupada. Это было защищено и сохранено Шрилой Прабхупадой в
первозданном низменном виде. Потом наши Гурварга, кто-то из них следовал, кто-то не смог. Как Шрила Шридхар Махарадж полностью следовал учению Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. А кто еще? Мало кто. Далеко не все смогли сохранить то первозданное учение Шрилы Бхактивинода Такура. И таким образом Бхактивинода Дара она оскверняется под влиянием времени, но наставление Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такур Прабхупады в том, это особое наставление, мы не должны забывать. Особое наставление Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура Парамахамса Джагадгуру нам. Мы должны быть осторожны в нашем ежедневном баджане. Мы должны пытаться следовать течению учения Шрилы Бхактивинода Такура. Мы должны удостовериться, что в нашем сердце и уме это Бхактивинода Дара, это учение Шрилы Бхактивинода Такура, оно течет. Как прекрасно! Я никогда не находил никаких ачарий. Я обещаю вам, сидя на Вьясасане. Даже Рамануджа ачарья, Мадва ачарья, они великие ачарьи, нет сомнений в этом. Но такого особого ачарья, такого, несомненно, предыдущие ачарьи велики, но такого, как Шрила Прабхупад, никогда не было, поскольку Шрила Прабхупад, он вечный спутник Радхарани, наверное, Мони Банджари. Я имею в виду то, что Радхарани хотела сказать нам, то же самое мы можем увидеть у Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, то же самое. Если бы Радхарани пришла, она бы сказала то же самое, что принес Шрила Прабхупад. Если бы Радхарани случайно явилась здесь, то она не шла бы ни на какие компромиссы относительно служения ее Шрима Сундара. Радхарани не может потерпеть никаких отклонений. Гуранга Махапрабху, когда явился здесь, может, какие-то ошибки он прощал нам, но Радхарани никогда не прощает никаких ошибок и недостатков. Мы должны достичь совершенства в служении, такого великого совершенства. Даже сложно представить. Гималая мы не можем сказать, что Каран-сагар, Бираджа, Каран-сагар, and go outside Каран-сагар, enter into Шадасив-лога, enter the Vaikuntha, then Катан. It is written in the Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавираджа Госвами speaking. И вот Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, Чайтанья Чаритамрита, что наша Бхакти Лата Биджа, семя Бхакти должно прорасти, и так расти, пересечь все эти материальные миры, пересечь даже Брамалоку, Вираджу, и дорасти до Вайкунтхалоки, там, где находится сада Шивалока, и потом пересечь все остальное. И так оно должно достичь до Вайкунтхи. И там Нарсимхадев, Рамачандра Нарсимхадев. И так наше семя бхакти должно, Тальяна бхакти должно достичь Голока Вриндавана.
до лотосных стоп Шри Кришны. В Читании Читамрите говорится, что по милости Гуру мы можем обрести семя бхакти биджа. И это семя должно прорасти в нашем сердце, и эта ляна преданности так должна пересечь все эти материальные миры, брахмалоку, шивалоку, деви даму, махеш даму, и так достичь. Это бхактилата биджа должна достичь, пересечь виражу, безличное сияние брахмана, брахмалоку, сада шивалоку, вайкунтхалоку, и достичь до Голока Дхамма Вриндавана. И там достичь лотосных стоп Шри Кришны. И таким образом Шрила Прабхупад дал полную защиту и сохранил учение Шрилы Бхактивинода Тхакура. После ухода из Шрилы Прабхупады, Бхагаватам Кришна говорит Удаве, что кто-то следует Гурудеву полностью, кто-то отклоняется. Так и после ухода Шрилы Прабхупады под влиянием Майи кто-то отклонился. Что делать? И таким образом сейчас такая оскверненная ситуация. Главная ответственность, обязанность Гурудева в том, чтобы вложить чувство, свое чувство в сердце учеников. Это зовется дикша, и к этому нужно подготовиться. Это не так просто. Поэтому Рупа Госвами Пад, он пишет, дал Гуру Падашрую. Сначала нужно принять прибежище у Гурудева, обрести связь с Садгуру, и потом вопрос дикши возникает. Сначала нужно позволить Гуру занять наше сердце, видя его сияние, его сиданту, его учение, его прекрасный очарон, его любовь и заботу ко всем живым существам. Когда мы осознаем величие Гурудева и наше восхищение им, и тогда он займет собой наше сердце. И тогда мы можем получить дикшу. И вот я going to kick on my chest. This is the condition of Krishna Bhajan. I feel very proud. Не все могут следовать пути Кришна Бхаджана. Некоторые следуют какое-то время, потом под влиянием Майи они сходят с пути. So what we can expect? Что же ожидать еще? Майя is very strong. Майя, она очень сильна. Майя is very strong. I never feel strong. Я никогда не никогда не обижаюсь из-за того, что Майя с кого-то сбрасывает с пути, как-то пытается влиять, пытаться как-то мешать. If heavy tension coming inside me,
Если бы я беспокоился обо всем этом, то как бы я мог говорить Харикатху? Нужно беспристрастно относиться ко всему. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он единственный Ачарья, кто успешно проповедовал Гауди Сиддханта Вичар на различных языках, на английском, на хинди, на бенгале, на санскрите, на фарси, на урду, на ори. All top society members, very big. They used to respect Bhaktivinoda Thakur. И в то время высший свет общества они очень уважал Шрилу Бхактивинода Тхакура, кроме Сахаджи. Everybody who not, they used to respect Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur is the only, you know, Шрила Бхактивинода Тхакур, он первый, кто он обличал Сахаджи в том обществе. Он показал путь настоящего чистого бхакти, шуда бхакти. Поэтому мы говорим, что Бхактивинода Тхакур, он лучший из ачарьи, кто принес Бхактивинода Дару Мандакини. Мандакини – это одно из имен Ганги Мандакини, Алокананда. И вот это чистый поток преданности Мандакини, он был призван Шрилой Бхактивинода Тхакурой, Тхакуром в этот мир. И во всех бесчисленных мирах мы не можем найти такого же милостивого саду, как Шрила Бхактивинода Тхакур. Почему Шрила Прабхупад, он уникальный ачарья, никого не было подобного ему, потому что он явился прямо от Радхарани. Он очень милостив. И таким образом, другое имя Шрилы Бхактивинода Тхакура — это Надья Пракаш, та шлока, с которой начал. Мы обрели Шрилу Прабхупаду по милости Бхактивинода Тхакура. Гурудам, Грандхадам, все книги мы тоже обрели по его милости. Намадам, слава Харинама, она проявлена Бхактивинода Тхакуром. Только если кто-то явился из Голокдхамы для него, это объяснение Харинама возможно, иначе человек, никто своими попытками не мог бы объяснить подобным образом никогда. Народу муни бажай бина радхика романо нахами. Very nice kirtan. А фир another kirtan that's нам. Нам, you know? Нана, that нам, about нам. Ишод бикосипуно дакхай нижо рубукуно читто хори рай. Jaya Jaya Harinam. You don't know. You have to keep, you have to sing to get the kipa. Jaya Jaya Harinam. Chidananda mito dhamo paratato akshara yakara. Nijo jane kipa kari namarupe avotari jive daya korile aparo. Very nice kirtan. You understand this kirtan, you can go mad. You can say tears. What is so merciful? All Bhaktivinoda Thakur.
Это эти прекрасные киртаны, они написаны с Шрилы Бхактивинода Тхакуром. Бхактивинода Тхакур, он первый, кто прославил Харинам. Он говорил о славе Харинама во многих местах, даже в доме Рабиндраната Тхакура. И старший брат Рабиндраната Тхакура, он был другом Бхактивинода Тхакура. And very often they used to speak Harikatha. Distribution and Ishtagoshti used to speak. Follow. When Bhaktivinoda Thakur used to come to Calcutta, и когда Шрила Бхактивинода Тхакура был в Калькутте, множество вещей, которые не успел сказать. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он Бадраке работал школьным учителем какое-то время, давно достаточно. Потом юридическую степень какую-то получил, был назначен британским правительством. Она очень уважала его. И в Пури, в Джагнат Мандире, где-то 6 лет, Шрила Бхактивинода Тхакур был тем администратором храма Джагнатха по назначению царя и местного правительства. И в то время Шрила Бхактивинода Тхакур, он арендовал комнату, какой-то дом, точнее, это место. Это там явился Шрила Прабхупада, Бимал Прасад Сарасвати. И Шрила потом, Шрила Бхактивинода Тхакура женился второй раз, поскольку его жена умерла, и он остался один с ребенком. Кто надо о нем заботиться, работать, книги писать, то есть все делать. Без жены было тяжело. И поэтому по воле Нитянанды Прабху. Не нужно сравнивать свою жизнь с его жизнью. Вот Шрила Бхактивинода Тхакур был вынужден жениться второй раз. Если бы Бхактивинода Тхакур не женился второй раз, откуда бы появился Шрила Прабхупад? Шрила Прабхупад Бимала Прасад Сарасвати был шестым его ребенком. Это долгая история. И вот сегодня у нас есть надежда обрести милость Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинода Тхакур, он смотрит на нас, тот сидит на обители. Шрила Бхактивинода Тхакур всегда с нами. Мы не должны чувствовать одиночество. Даже мы можем видеть Гуру Вайшнава внутри. Иногда мы можем почувствовать, если наши сердце очень чувствительно, то мы можем почувствовать, что у Гуру Вайшнава не с нами, мы можем получить сигнал. И таким образом мы никогда не находимся в одиночестве, мы всегда с Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, вся наша Гурварга, она с нами, мы должны развить духовное здоровье. Таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакур, он был успешен, чтобы в общем, в Пури он навел порядок. И не только в Пури, а в окрестностях тоже там был один йог Бишкишан, который захотел ему отомстить. Ревенса, some title is there. Ревенса is his title.
In the name of Revensa, the Revensa College in Cuttack, all our Guru Bhargava, even my Guru Maharaj, speak Harikatha there. Very important college. That time you are the collector, I think. Collector or, I forget, magistrate, maybe. Because Bhaktivinoda Thakur was district magistrate. You are the, that time, what is the title? You are saying. He appoint Bhaktivinoda Thakur. He appoint Bhaktivinoda, you must go. You must go and search. In the night time, we go with police force and search what is the case. Because so many nice, women, Matajis from nice family, they are going there and get contaminated. What is the case? What kind of jadu, magic spell, that yogi, you must arrest him. В общем, правительство поручило Бхактивинода Такуру выяснить, чем этот йоги занимается ночью. Поскольку множество девушек пропадало, в общем, этого йоги поймали за непристойными делами и посадили в тюрьму. Тот захотел его отомстить и с помощью своей йогической силы пытался всячески навредить. И вот мы не можем отплатить Шрилу Бхактивинода Такуру за то, что он даровал нам. Он написал множество киртанов. И вот это Годрум Дама. Шрила Бхактивинода Такура. Он дал нам урок. Шрила Бхактивинода Такура. Показал причину, сокровенную причину, почему он принял прибежище на Годрум Даме. И вот он пишет. Годруме Гоуро Тирте Басати Сисура Бхакинже Бхакти Пурвам Бенадаха. Hello. Джугало Чарано Сева Шокшо Лава Сая Ашу Браджо Расо Раси Кая Пада Падмасрай Атру. How nice. If I explain, you can go mad. But I cannot. И вот он написал эти прекрасные слова, мы должны помнить их. Если мы будем, мы должны помнить эти прекрасные слова Шрилы Бхактивинода Такура. Power of emergency get to extreme level, but you cannot imagine. Up to which point your realization powers can go, you cannot imagine. Suppose you are staying close and if somebody in backside you can see. You cannot imagine. So try to memorize, try to, translate. Помнить Харикатху, помнить трансцендентные вещи. Powerful, you have to. So, Suro Sarit, when I'm asking somebody, what do you cook today? He start laughing. Is this the question you are putting? Out of love I ask, what do you cook today? They start laughing. So, Suro Sarit Upakante, Suro Sarit Upakante, Godrume Gauru Tirthe, Basati Si Surabhi Kunje, Бхакти Пурвам Бинадаха Джугала Чарано Шева Шокшо Лаха Сая Ашо Боджо Расо Раси Кая Пада Падмасрая Атро.
Сегодня мы участвовали в великом празднике Шрилы Бхактивинода Тхакура. Сегодня мы обрели множество просадов в форме Его славы. Можете ли мы переварить это все? И тогда вы получите духовное здоровье. Иногда я шучу. Мой Гуру Махарадж тоже шутил часто.